Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня Димиксит. На просторах интернета уже все трубят об этом. Не обошел его и я. Изначально я его в масло заливать не собирался. Брал только для промывки. Творит он, конечно, чудеса. Блок вот так отмыт. Это без механического, как говорится, участия, без щеточки, без всего. Я его залил, побрызгал и оставил на ночь. Утром я помыл его керхером и смазал цилиндры. Маслом обязательно надо смазывать, потому что димиксит, первый его минус, он оттесняет всю влагу, это пленку маслянистую, все оттесняет, и металл начинает быстро покрываться коррозией. Что связано с цилиндрами, вот видно там небольшие такие напыления коррозии. Но это буквально вот коррозия налегает в считанные часы. Надо быть с этим аккуратно. Второе. Покажу головку. Головкой я еще не занимался. Головке я маленько придал механические усилия. Щеткой, зубной щеткой я почистил. Ночь полежала. Помыл керхером всю головку и потом еще залил. И что хорошо залил, на третьем цилиндре оба выпускных клапана текут. Опять же, здесь я ничего механически не чистил. Все отмыл димиксит. Вроде бы только одни плюсы. За незначительным минусом, что напыление коррозии образуется, налет коррозии. Но есть еще один большой минус на поршнях. Это сюрприз. Вот они поршня. Также хотел показать клапанную крышку. Двигатель 1AZ FSE. Ну, в принципе, все отмывает замечательно. Это вот крышка. Тоже все отмылось идеально. Все замечательно. Он обеляет алюминий. Но самая большая неприятность, вот найдите отличие, вот поршень, да? Все замечательно, все хорошо. И нет напыления, тефлонового напыления. Да, оно было здесь побито, вот видно потертости, но вот здесь напыление было на месте, и его не стало. Так что задумайтесь, есть ли двигателя, я уже об этом говорил. Видео вставлю, где я вытащил поршня, где еще остатки тефлона были, и вытирая тряпкой, это все просто стерлось с него, и этого не стало. Так что вот такой сюрприз ожидает от использования димиксида. Так, ну вот он поршень. Я что-то не понял, а где напыление на поршнях? А тефлонового напыления на поршнях нету. Странно. Судя по остаткам, оно было. И димиксид его съел. Вот тебе вам и димиксид. Сейчас другой поршень достану, пока еще который не тер. Посмотрим, что там. Вот он, первый минус димиксида. Вот, нога практически полностью слетает. Вместе с тефлоновым напылением.
Совершенно верно. Димексид смывает тефлоновое напыление. Вот они. Оно было потертое. Я видео посмотрю, я не обратил на это внимания, когда снимал поршня. Ну вот видно остатки напыления. Сейчас тряпка, видать, тираной, оно все уйдет. Все, нету его. И также с этой стороны. Ладно, отмываю. Что делать? Это неприятность, которую вызывает димексид. Больше приятностей и одна неприятность. Это только то, что я нашел. Также я нашел, сейчас видео вставлю, где я мыл поршня, где я чистил канавки под поршневыми кольцами. Сейчас-то, конечно, все чистенько, все хорошо. Единственное, я еще не проткнул, сейчас съезжу за сверлышком. Или проволоку возьму столистую, проткну масло сгонные канавочки вот эти. Но механически приходится чистить. Поршни ночь пролежали в димексиде. Помимо того, что сожрало напыление тефлоновое с поршней. Снял кольца, и еще надо под кольцами механически чистить, потому что там все равно остается нагар. Вот если видно, теперь беру и вот так кольцо старое не ломаю, а вот именно отверточкой тоненькой и сверху, и снизу убираю этот нагар, и по бокам, и в глубине. И то, что там говорят, что димексид все это вымывает на автомобиле. Может быть, он и вымывает, но сколько это его надо туда залить и сколько надо навредить всем трущимся деталям, этим димексидом. И помимо этого, по итогу все равно поршня под замену по-хорошему. Здесь-то я эти поршня поставлю, хозяину скажу. Машина ходить на этих поршнях все равно будет. Но, как я и говорил, что есть такие модели, у которых это напыление, если слетает поршней, падает компрессия, и падает она очень здорово. Еще есть напыление именно на стенках цилиндров. Вот она, сколько там грязи остается, и кольца крутил, когда вытащил. И все равно механически чистить приходится. А что там в двигателе, когда заливает дядюшка с кисточкой под кольца залазит? И все это вымывает, если здесь оно до конца не раскисло. Еще заметил, что как только димексид подсыхает, вот этот нагар также костенеет обратно, какой и был до момента, пока его не расквасил димексид. Брызгаю димексидом, налил в триггер димексида, так удобнее пользоваться, чем с бутылька наливать. Ничего не скажу, моет замечательно, но только в сочетании с механической
помощью. Но большой, большой минус — это то, что он сожрал напыление. Все. Вот сейчас вот поршень внутри чистый. Но это после отвертки. Или если сломать поршневое кольцо. Также и здесь я, помимо того, что замачивал в демиксиде, я еще и помогаю ему вот такие места. Конечно, они раскисают, они лучше, легче слетают, но отверткой помогать приходится. Вот так вот. Демиксид — это чудо. Демиксид творит чудеса. Всего вам доброго, ребята.